Здравствуйте, меня зовут Наталья Николаевна, я библиотекарь. Как вы знаете, чтение книг в нашей жизни играет огромную роль. Ведь каждая книга – это целый мир. Но, возможно, вы являетесь тем человеком, который редко читает. Но почему бы вам не начать читать? Возможно, это пойдет вам на пользу. И вот вам 5 причин. Причина первая. Чтение расслабляет. Когда мы начинаем читать интересную книгу, мы полностью уходим от реальности. Тем самым мы забываем про наши стрессы, от нас уходит тревога. Мы расслабляемся. Причина вторая – увеличение словарного запаса. Тот, кто много читает, у того богатый словарный запас. Значит, это грамотный человек, и очень хорошо он владеет языком. Причина третья – чтение развивает воображение. Чем больше мы читаем, тем больше мы начинаем фантазировать. Причина четвертая – чтение развивает и улучшает память. Человек, который много читает, особенно исторических, биографических произведений, у него очень хорошая память. Причина пятая – улучшение речи. Всегда приятно общаться с человеком, который красиво и грамотно говорит. Это модно. Как вы поняли, что чтение книг приносит огромную пользу. И помимо всего этого, когда читаешь книги, получаешь огромное удовольствие. Поэтому читайте и получайте удовольствие.